А что случилось? Мне просто пишут там в комментариях что-то какую-то там не знаю, что я это плюю только когда курю сигареты, потому что очень неприятно это. Но я уже сейчас скоро перестану курить. Я выбрасываю мусор в урну. Работаю дворником, чё? Там какой-то чел мне написал. Фиг знает. А что случилось? Почему вы пишете мне? What the fuck? Что случилось? Чел, чувак, что случилось? Что-то не пойму. Еще там начали писать что-то. Какую-то вообще я не понимаю, что пишут там. Не в тему как-то. Я, короче, спать начал, но поездка к психиатру постоянно откладывается. Но я к государственному схожу, рецепт получу на базовые. Там фигня. Всего одну упаковку хлопотиксена выписывает. Это по одной таблетке в течение месяца. Я могу также поехать к частному психиатру и взять рецептов дофига на хлорпротиксен, чтобы мне хватило на месяц вперед. Ну, последняя сигаретка. Ну, кошка спит сейчас. Спит, но смотрит. Расскажите, что не так? Я что-то не понимаю немножко. Я могу и не выкладывать на этом канале. Ну и к тому же я сейчас скоро начну рисовать, да. Что-то более такое. Но мне еще для того, чтобы нормальное видео делать, надо Sony Vegas Pro установить. Что вы от меня хотите? Я шизоаффективное расстройство.
Да, вот я когда начал принимать лекарства, то начал вперед смотреть и как человек себя чувствовать так, а не как загнанный зверь, потерянный. Созерцательность появилась. А я всегда, когда думаю, даже задумываюсь о том, чтобы бросить курить, начинается какая-то хрень происходить.